Всем привет! Все-таки мне кажется, если мы говорим о новом дополнении, как об истории смерти, то самым интересным является, конечно же, Король Лич, Ледяная Скорбь и его Корона Господства, а также и все остальные, кто имели к этому даже косвенное отношение. Уже на протяжении нескольких месяцев мы делаем новостные ролики по Shadowlands, но ваших вопросов в комментариях становится все больше, и большинство из них касается Болвара и Артаса. Даже сами Blizzard подтвердили, что в загробном мире мы как можно больше узнаем об истории Повелителя Мертвых во время его сна на Ледяном Троне. Более того, мы больше узнаем о самом устройстве такого злодея, как Король Лич, после чего мы точно пересмотрим свои взгляды на него. Что имели в виду Blizzard на самом деле? На альфе нового дополнения раз за разом появляются интересные моменты истории, которые связывают всю культуру Властителя Нежити с темными землями. Сегодня я решил собрать для вас все самое интересное и немного порассуждать по поводу того, что же ждет нас в сюжете по ту сторону материального мира. А также я расскажу и покажу вам любопытные детали в дизайне Короны Господства и ее новую силу. Плюс ко всему, я скажу вам, почему Сильвана может на данный момент находиться под властью хозяина утробы, тюремщика. Но что самое главное, я наконец-то понял, кто такой Король Лич на самом деле и как он был создан. Поэтому приятного просмотра. Сначала немного поговорим о Короне. Помните из истории прошлого, что изначально она была лишь обычной железякой, выкованной демонами для пленения Нарзула. Но теперь же это чуть ли не священный Грааль из мира мертвых, который обладает такой огромной силой и властью, что способна подчинить себе целую армию мертвецов. Во время прохождения Альфы мы взошли на вершину Ледяного Трона, где Болвар Фардрагон рассказал нам, что он не смог совладать силой Короны Господства. Она служила проводником между миром живых и миром мертвых, а ее таинственная магия способна массово подчинять нежить своей воле. Но так же, как и Корона подчиняет нежить, ее истинный властитель способен подчинять и носителя. От меня требовалась вся сила воли, чтобы держать в узде зловещую силу шлема все то время, что я носил его на своей голове. Множество раз я был в шаге от поражения. Я чувствовал темное присутствие на границе своего сознания. Ни Артас, ни Нарзул, что-то другое. Именно это сокрытое присутствие я ощущаю за расколотым небом над нами. Я не смею отправиться туда вместе с вами. Пусть я освободился от шлема, боюсь, его истинный хозяин все равно сможет подчинить меня своей воле. Когда Сильвана расколола шлем господства, ее душа стала неразрывно связана с ним, как и моя собственная, в час, когда я впервые водрузил его на свою голову. В словах Болвара есть несколько любопытных моментов. Во-первых, впервые за много лет кто-то упомянул Нарзула в контексте рассказа о плете, поскольку после событий книги он считался полностью уничтоженным. Однако теперь можно понять, что, возможно, какие-то отголоски его сознания все еще оставались внутри Короны, как и отголоски Артаса. Но Болвар говорит, что чувствовал темное присутствие кого-то более могущественного. Конечно же, это тюремщик. Во-вторых, становится понятно, что Король Лич такая же жертва, как и вся безмозглая нежить. Получается самая настоящая цепочка из порабощенных. Один дергает за нити плети, пока его нитями управляет Повелитель Утробы. Болвар говорит, что не может отправиться с нами в загробный мир, поскольку знает, что даже без короны на голове Властитель Смерти сможет поработить его. Но позже он все равно отправится в город Оребос. Правда, больше он оттуда ни ногой не выйдет. Видимо, там какая-то безопасная зона. Но самое интересное то, что бывший Король Лич упомянул и о связи Сильваны с силой Короны Господства.
после того, как она разломила ее пополам. Из-за этой связи мы можем отследить ее местонахождение. Но мне кажется, что это не самое главное. Внимательно послушайте слова Болвара. Он завершает свой монолог тем, что душа Сильваны связана с силой короны ровно так же, как и связана его собственная душа. Однако сам Болвар опасается появляться в темных землях, говоря, что его могут захватить под контроль. Следовательно, ровно таким же счетом под контролем может оказаться и Сильвана. Мы знаем, что королева Банши на самом деле не желает прислуживать тюремщику и имеет собственные амбиции. Возможно, она даже пытается предать его. И на этот случай тюремщик сыграл наперед, попросив Сильвану разломать корону, не предупредив о дальнейшей связи ее души с ним. Поэтому легко сможет остановить ее в нужный момент. Советую запомнить это. Что насчет самой короны? После продолжительной речи Болвар просит нас расставить осколки расколотого шлема по всем рунам, которые вкраплены в железный круг под нашими ногами. После чего рыцари смерти, ритуалисты и сам Болвар перенесут нас в темные земли. Рунный кузнец, тот самый, который создал корону и ледяную скорбь, сможет ковать нам легендарки. Мы, кстати, все характеристики сможем выбирать сами. А меню создания предметов выглядит в точности, как этот самый круг на полу, с теми же рунами. Мне интересно, зачем этот круг был воссоздан на Азероте и почему, расставляя осколки, открывается какой-то портал в загробный мир? И что самое странное, осколков ровно столько, сколько рун на полу, и один осколок остается там. Неужели, создавая корону, кузнец решил, что только разломав корону и разместив ее части по нужным местам, мы сможем открыть разлом между мирами? Невероятно сложно. Говорю же вам, что это уже не корона господства, а господство короны. Она может все. Но завершить мне хочется большим риторическим вопросом к Blizzard. Неужели все короли личи до этого были просто порабощены короной господства? Болвар говорит, что все время противостоял темной силе и был в шаге от того, чтобы сдаться и повиноваться. Тогда можно понять, почему и Артес, и Нарзул имели технологии темных земель. Можно понять, почему они свободно перенаправляли некромантию прямиком в мир живых. И становится понятно, почему король Лич так расчетливо и безэмоционально говорил: «Вся жизнь должна исчезнуть». Наконец-то, спустя несколько лет, я окончательно понял, что означают те самые отголоски души Артаса, появившиеся в Легионе. Он оставил нам загадочные послания, но я посчитал, что он обращается к рыцарям смерти. А на самом деле оказывается, что, смотря на нас, он говорил о себе, что считал себя единственным королем, который, по правде, все это время лишь следовал приказам истинного повелителя смерти. «Ты думаешь, что твоя воля принадлежит только тебе, но следуешь его приказам. Твоя жизнь – его прихоть. Приписываешь себе свободу, но всегда будешь его инструментом». Вот она, та самая правда о великих королях-личах. А на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если ролик был интересен. Можете посмотреть ролик с голосами актеров озвучки, ссылку на который вы видите справа. Я же с вами ненадолго прощаюсь. До встречи!